Blender 2.83. Продолжаем рассматривать персонажа именно Pixar фонарь. Вот этот. Давайте в этом ролике назначим внешний вид костям. Немножко сделаем, чтобы они вот так вот не маячили перед глазами. Да? Как это сделать? Так, сначала заходим в объектный режим. Находим добавить mesh, добавить куб. Теперь mesh. Добавить плоскость, добавить, ну давайте какую-нибудь вот UV-сферу. Так, еще mesh. Так. Ну, можно вот цилиндр добавить. Теперь заходим, выбираем кости, заходим в объектный, так, режим позы и выбираем первую вот эту кость, допустим. Заходим в настройки кости. Так, теперь находим отображение во viewport вот это и ставим особая форма. Особая форма у нас будет здесь цилиндр. Так, цилиндр. Вот таким образом можно поставить. Так, нет, Ctrl-Z. Поставим, наверное, сюда. Куб, план. Давайте план поставим вот так вот. Мотаем колесиком, уменьшаем теперь план вот до такого размера. Работать мы с ним не будем, в принципе, он нам не нужен. У нас есть вот эта косточка. Ставим сетка и вот такой внешний вид у плана. Так, также выбираем следующую косточку, выбираем, ну, допустим, здесь уже пойдет куб. Опять же ставим сетка и уменьшаем размер. Ну, где-то побольше поставим, потому что мы им будем работать, чтобы его виднее было. Так, теперь вот эту центральную, здесь можно уже цилиндр поставить. Выбираем сферу, так, план, цилиндр. И ставим опять же видимость сетки и ставим размер. Ну где-то вот такой вот. Следом назначаем вот этим костям. Это будет у нас уже сферы. Так, кубы есть, планы. Так, ну пусть это будет сфера. Опять видимость сетки и опять же уменьшаем размер. Вот так вот. Следом берем еще одну косточку и повторяем сетка. Назначаем опять так сфера. И колесиком мы опять же ее уменьшаем. Делаем чуть-чуть еще поменьше. Так, что еще тут? Трансформация формы. Так, а вот на эту косточку, это голова, мы ей будем работать, так что желательно здесь поставить уже, так, цилиндр, камера, план, сфера, лифт. Давайте в объектный режим добавим еще какой-нибудь mesh, допустим, окружность, и зайдем, опять выберем косточки и зайдем в режим позы. Здесь уже тогда поставим окружность. Так, где она здесь? Циркл, цилиндр, куб, план, сфера. Так. Вот она, циркл. Вот такая штука. И смотрим. Если нас устраивает, что она большая, то можно ее такую оставить. Посмотрим, как работает. Так, R. Ну вот, теперь выбираем. Вот голова работает. Пойдет пока так. Что еще можно сделать? Ну и вот этим костям тоже давайте назначим. Это будет пусть сферы. Так, цилиндры. Ну пусть будет так, Ctrl-Z. Находим, так, что у нас тут, циркл, цилиндр, вот так вот, да, и уменьшаем,
Вот так вот. Там поменьше можно поставить. Так, нажимаем 100. Ctrl-Z, Ctrl-Z, 0,200, значит пишем 0,100. 0,100. Enter. Ну, вот такой размер пойдет. Так, теперь этой кости тоже такую штуку сделаем, тоже цилиндр. Цилиндр. Делаем опять же, видимо, сетки. Ставим здесь 0,100, Enter. Включаем вот эту косточку и ставим ей тоже сетку. Ну, чтобы вот так вот выглядели. Вот теперь можно ими работать. Перекручивать, а то можно их вообще сделать очень маленькими. Так, ну все. Теперь можно, давайте вот этой косточке поставим, опять же, сферу, сетка. Можно свои делать, это я просто показываю, как оно делает, это происходит. 0,100. Любую форму можете делать. Квадраты, ромбы, треугольники, свое что-то переплетать, сохранять, потом это подкидывать и это устанавливать на внешний вид. Как-то тут обрезать, резать, сминать именно в Edit Mode. Ну, делать, словом, треугольники, стрелки, кружки всякие, там, двойные, тройные. Я ссылку на ролик этот еще выложу под этим роликом. Ну, и назначим вот этим вот костям тоже. Пусть они будут так. Ну, это пусть будет кубы. Вот так вот. Сетка. Опять же 0,100. И вот здесь тоже делаем. Так, две одинаковые у нас кости здесь просто. Вот. Вот эти. Здесь будет куб, он будет поменьше, чтобы их можно было в случае чего брать, если надо. А эту сделаем. Так, это куб, а это пусть будет циркл. Вот так вот. И сделаем его тоже чуть-чуть вот так вот побольше. Чуть больше куба. Вот так. Ну, сюда здесь уже можно поставить опять же тоже куб. Так, куб. Сетка, размер уменьшаем, вот так вот, чуть-чуть побольше пусть будет, вот таким образом, чтобы красивее. Ну и вот эту центральную кость делаем. Так, давайте, что тут еще есть, ну план, вот так вот. Чуть-чуть уменьшаем его. Все, в принципе, пойдет. Вот такой вот внешний вид стал у костей у рига. Так, теперь вот это все можно удалить. Заходим в объектный режим. Куб delete, цилиндр delete и сфера delete. Вот остается у нас вот такой вот прикольный риг. Надо назначить теперь цвет костям, чтобы симпатичнее было. Выбираем кости, заходим режим позы, выбираем вот эту косточку, вот эту, так, не эту, вот эту, вот эту, кружки выбираем. Это будет одна группа. Заходим, отображение во viewport, закрываем. Так, находим теперь вот эту функцию.
Инверсная кинематика. Так, инверсная кинематика, опять же. Отображение во вьюпорте. Нажимаем на эту косточку, Shift, на эту и на эту. Теперь находим... Так. Отображение траектории группы костей. Вот эту находим и добавляем плюс. Группа назначена. Выбираем ей цвет. Вот здесь вот есть цветовой набор темы. И выбираем, допустим, ну пусть будет желтая. И назначаем. Вот теперь это будут желтые у нас косточки. Так, те кости, которыми мы будем работать, добавить группу, это нужно уже красный цвет, чтобы это было видно, назначить. Так, голова тоже, чтобы выделялась, чтобы ее было видно. Ставим новую группу и назначаем цвет, ну, допустим, вот такой радужный назначить. А его плохо видно. Переназначим цвет теперь, значит, коричневый. Тоже плохо видно. Ну, давайте вот этот оттенок желтого. Вот так вот. Так, вот этой косточки ставим. Она нам тоже понадобится. Поставим тоже группа. Поставить красный цвет. Назначить. Можно было объединить вот этот куб с этим. И назначить группу. Так, теперь вот эту выделяем. Так, вот эти косточки теперь выделяем. Вот эту. Ну, в принципе, вот это. Это будет одна группа. За исключением этого. Так, это отключаем. За исключением сферы вот этой. Это будет добавить группу. И цвет пусть будет зеленый. Здесь опять же оттенки есть. Можно разный оттенок ставить. Так, вот поставилось. Назначить. Так, Ctrl-Z. Назначить. Так, если что-то пошло не так, удалим. Вот эту выделяем. Так, сначала снять выделение. Вот эту. Ну и поближе подвинем. Ну и выберем вот этот куб. Добавить группу. Цвет зеленый. Назначить. Так, вот этой сфере циркул сделаем тоже добавить. Назначить цвет, допустим, такой можно назначить. Так, выбираем план. Так, у нас, по-моему, вот это вот рабочее. Так, выбираем план и назначаем группу и назначаем цвет. Ну, пусть будет внизу тоже желтый. Ну, таким образом. Так, этот циркл можно делить. План delete. Ну и циркл можно delete. Выбираем косточки и заходим опять в режим позы. Ну, так все симпатично выглядит. Вот этому тоже поставим красный цвет, чтобы их видеть. Это можно было сделать одну группу, правда. Ну, пока для эксперимента пусть будет синий. Ну, и вот этому тоже можно переназначить. Так, все, назначить синий. Нормально. А вот это вот центральное, это будет красное. Чтобы ее тоже было видно. Прям алая. О. И вот теперь можем мы с ними работать. Выбираем эту косточку. G. Вот мы все крутим, вертим. Вот эта косточка нам не нужна. Нам в основном нужна будет головная кость
и вот эта кость. Вот он выпрямляется, здесь как-то садится, голова крутится, вертится. Вот это тоже так. Вот эту косточку выбираем, жмем G. Почему она? Так, эта кость остается. Вот эту косточку выбираем. И жмем, допустим, G. И вы видите, что Ctrl-Z назад вернусь. Чтобы фара уже для следующего ролика, для анимации стояла в первоначальной позе. Ну и вот этот вот тоже взять. Вот выделить куб. Это у нас G. Вот так все мы можем переносить, вот так все ставить. И вот так все выпрямлять, загибать, выкручивать. Вот такой прикольный риг получился. Ctrl-Z. Все, всем пока, до свидания.